그렇죠. Самая ебанутая локация. Кромешная тьма. Хера не видно, я не скелет. Как оттуда выбраться, я что-то не помню. А вот. Совершенно недавно. Давно живу. Да ёлки зелёные. Ава. Хорош. Я на удаленке не был. Обычно же работаю. Нормас. Самоустранились челики. Ты чё, когда на работу выходишь? Не выходишь ли ты? Тут где-то была штука. Гробик, в который лечь можно было. Внизу смерть, кажется. А я тоже его с одного раза убил, когда этот поменял шмотки. Шмотки поменял и оружие поменял. Неймис его убил первого раза. DLC-шного босса второго. Ты чё, ну? А я? Ясно. Лизамануха. Падает, тварь. Сдох. Да, я всех убил, кроме этого дракона. И Неймис убил, и DLC-шных всех боссов убил. Остался только Мимир, Мидон, или как его там? Мадур. На север. Тут, короче, этот
Надо бомбочки экипировать этим. Стрелку не пришел. Жесть. Чё за хрень это была вообще? What the fuck вообще? Это видел? Да, prepare to die edition. Между оригиналом и ремастером. Лицуха. Я вообще зря сюда пришел, по-моему. Рановато. Ясно. Он еще меня репостит, тварь. Ну а я тебя репостну. Охуевший, бля. Извиняюсь. Оу. Смотри, их эти поднимают. Некроманты подняли, походу. Запарила. Так, ну давай. Сначала сразимся с этим. Сомневаюсь, я что-то в своих силах в таком узком пространстве, конечно, такое себе с ним драться. Уж выманить его стоит. А лук у меня есть? Из лука, по идее, можно расстрелять. Где-нибудь тут встать. И невероятно интересно его расстрелять с лука. Шикарно, да? А какое-то место найти, где он не будет меня попадать. Этой колонной встать. Ага. А, мои стрелы тоже не налетают. Что, мне кажется, стрел у меня не хватит.
Слишком сильный для битвы в таком узком пространстве. Смысле вообще? Непонятно, как от него уклоняться. Жестко охраняет еще. Даже за какой-то херотой попадает. Вообще по краплю уже отнимает. Я посмотрел, а хз, кто такой Гузна? Но он мне в рекомендации пришел. Залутаться. И все. То есть сейчас сдохну. Он меня телом придавил, ясно. Ты что, фанат его? Ну он же вторую не засрал. Чего второй не играет? Вот смотри, как с ним драться, он не дает даже пройти, просто с ногой мне заслонил все своей огромной. Я его в прошлый раз, по-моему, пиромантии закидал просто. Не запарилась. О, сын проснулся сейчас.
Из этого, что ли? Из Хоббита? Доспехи. Доспехи драконоборца прошел, а. Смотришь, нет? Перепрыгнуть, наверное. Смотри. Ща, ща, ща. Смертельный номер. Ща, ща, ща. Это, короче, видишь, тут все просчитано. Калькулятор. По-моему, нельзя перепрыгнуть, да? Или я не туда прыгаю просто? Да блин. Ну, это же пека, пекарня же. А чё, на боксе не так, что ли? Игра столетней давности, извини меня. Еще бы она быстро не грузила. Прикинь, не все умерли, что ли? Вставайте, товарищ. Блин, не помню, куда было ложиться. Это была могила, в которую можно было лечь. Тебя Нита забирает. О.
Павший герой. О, нифига, что такая большая задержка-то? Можно в орден вступить, а можно не вступить. Подожди-ка. Надо было вступить в орден. Он тогда тебе дает крутой. Второй ребенок теперь начал кричать. Сейчас подойду. Плачет.
короче, новый меч и чудо получил.